с государством, чтобы оно могло спокойно работать, в этом и есть исторический смысл нашего сегодняшнего с вами подписания, нашей общей работы. Еще раз поздравляю вас и считаю наше торжественное собрание по подписанию договора о гражданском согласии закрытым. А теперь, дорогие друзья, я прошу пройти в соседний прекрасный Георгиевский зал, где мы немножко пообщаемся с друг другом, поздравим друг друга и по русскому обычаю прошу.